Друзья, всем привет. В продаже появляется автомобиль Lada Granta 2018 года выпуска. Объем двигателя составляет 1,6 литра, мощность двигателя 106 лошадиных сил. Спереди пластик дверных карт. Руль и обивка сидений в отличном состоянии, так как автомобиль эксплуатировался в чехлах. На заднем ряду пластик дверных карт. И задний диван также в отличном состоянии. В комплектацию автомобиля входят передние электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, штатная мультимедиа с возможностью подключения телефона по Bluetooth, обогрев лобового стекла, обогрев заднего стекла, кондиционер и подогрев передних сидений. Если вас заинтересовал данный автомобиль, контактные данные можете найти ниже в объявлении. Автомобиль можно приобрести как за наличный расчет, так и по системе Тердин и в автокредит. Наш адрес: Азина 83, автосалон Столица. Всех ждем. Bounce. I like you. Bounce. Come here, girl. Come here, girl. Come here, girl. Bounce. Come here, girl. Come here.